Всем привет, ребят. Обнова, и надо все-таки сбегать на архи сегодня, попробовать потестировать состав, который мы вчера с вами на стриме подобрали. Довольно-таки стабильный, стандартный состав уже. Я тестировал один заход на архидемоне без космо и без огника. Второй заход у нас был потолок, что набивают. А второй заход у нас был вот таким вот составом. Довольно-таки стандартный уже состав. Я отсюда убрал химку. Почему я ее убрал? Потому что, ну, она здесь, в принципе, уже, наверное, лишнее усиление героев хватает. Не знаю, кстати, я так и не посмотрел. Сейчас мы сбегаем. Как у нас пофиксили раскол? Они писали там что-то по поводу раскола. Это мы сейчас с вами как раз таки протестируем и посмотрим. Такс. Я что-то это из виду упустил. Архидемона здесь через 4 дня он только будет. Интересно посмотреть раскол. Тем же он изменением подвергся. Так, на десятке. Десятка, и давайте сразу же на английском сделаем то же самое. Может, где-то какая-то там физика, механика, не знаю даже что. О, вот так вот. 100% плюс 12 тысяч фиксированного дамага. Сейчас у нас на десятке 100% плюс 18 тысяч, 20 и 30% на английском у нас 20 и 26. Вот так вот, то есть его по сути еще усилили довольно-таки неплохо. 12 тысяч на максималке, а тут уже, блин, прилично прибавка такая на десятке получается, фига себе. То есть добавили еще, усилили. Девятка 25, десятка уже 30. Нехилое такое усиление, я вам скажу. Так. Ну, по сути, оно, если разобраться, оно не влияет на общую картину. Вы все равно упретесь в потолок на архидемоне. То есть изменения есть, надо будет еще посмотреть изменения скиллов героев, что там интересного по этим героям, которых они написали, что у них поменялось. Ну, по таланту, в принципе, вы все увидели. Плюс 4% добавили, плюс 18 тысяч, это плюс 6 тысяч, неплохо. Так, окей, поехали. Поехали, протестируем. Если повезет, то может завтра еще застанем архидемона. Так, по питомцам сейчас посмотрим. Этот собран у нас. Ведьмочка собрана. Тыковка есть с расколом. Стрелок. Может, здесь поменять супер питомца, поставить тоже крокодильчика, так как он дополнительно еще наносит как вариант. Полку от Рудольфа каких-то там 10-15-20 ляма да и набьет. Такс, смотрим. Есть тыковка, есть стрелок, есть собран, космос собран. Ну, все зависит здесь от старта. Плюс-минус, как видите, до 6 миллионов доходит. Так. И наш новый друг. Вроде все есть. Все на месте, все в сборе. Поехали. Тестируем. Это вчерашний наш заход. Может, улучшим сейчас. Я буду опять же стартовать с тыковки. То есть кидаем тыкву. Этот архидемон станет. То есть здесь однозначно надо кто-то, кто его будет обездвиживать. У него нету иммунитета параличу. И, соответственно, космо у нас с хорошим кулдауном.
лучше, чем огник в данном случае заходит. Можно и с огником потестировать, но я сомневаюсь, что мы с огником лучше покажем результат, потому что огник не настолько стабильный, как космо. Ремка уже на космо, ну, после изменения, не знаю, некоторые пишут, что это было и раньше, так, я не знаю, что-то я не замечал этому значения, по сути, не придавал. Это однозначно плюс для бездонатов, потому что можно подобрать кулдаун и не попасть под скилл космо. Вот это однозначно плюс. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Ну, блин, по таланту потестируем. Надеюсь, завтра мы сможем с вами тестануть это все и проверить уже на архидемоне. Ну, я думаю, разницы там не будет. Может, типа стартовое какое-то усиление, но не более того. Ну, а здесь же надо просто удачи, чтобы совпало все, и вы просто стартанули хорошо. Ну, мы сейчас идем наравне, в принципе, прошлым результатом. То есть где-то плюс-минус, даже отстаем на пару секунд, вот так вот. Ну, что такое? Все равно на архидемоне... Я не знаю, там, мне, допустим, эти плюхи нафиг не нужны. Без донаты попасть в топ, там, не знаю, 100 не смогут однозначно. Ну, может, кто-то из... Ну, я думаю, вряд ли, сомневаюсь, что без донаты соберут всех героев по максималке. Вот напишите, кто без донатов, какой топ самый выше попадал именно сейчас. Не когда-то там давно, когда герои еще были без прорывов, а именно сейчас вот. Без донат, с хорошими прокачками, какое максимальное место вы здесь занимали? Именно без донат, без доната, то есть без там мега-мега-супер-вау прокачек. То есть реальность, которую ребята достигли. Ну, возможно, мы сейчас улучшим немножко результат. Не факт, но возможно. Все равно нам пару секунд не хватает. Может попробовать кого-то поменять. Ну, вот 1.86. Вот этих пару секунд немножко улучшили результат. Можно попробовать поменять. Ради интереса. Пробовать. Ну, укротитель он классно бьет. Без укрота, конечно. Они вдвоем. Попробовать убрать укротителя. Я вряд ли столько, как он набьет. А тоже, в принципе, интересное, но... Давайте попробуем фраю ради интереса. Что нам терять? По-моему, на этом. Меняю. Видите, супер питомца поставили, немножко больше начали набивать. Так, фрейка. Лечение, ладно, поменяю ради теста, ради такого, думаю, стоит поменять. Потом будем опять полгода ролить. Так-с. Поехали. Стартуем обратно.
стыковке. Старт криповенький был. Потеряли пару секунд. Оно будет видно уже на половине, где-то минута 30, минута 27, если будет оставаться, и у нас будет там литейный дебит, то посмотрим. Е27. Плюс-минус. Старт, конечно, у нас хреновый был. То чувство, когда, знаете, придется сейчас на архидемоне имку. Имку можно сливать, укротителя можно сливать. Мне нафиг не нужны. Это опять же не нужны, потому что максимальные прокачки для бездонатов они однозначно лучше будут. Мы немножко отстаем. Пару секунд со старта, но результат, я вам скажу, ничем не хуже. Плюс-минус тоже нормально. Можно задуматься даже над тем, чтобы их просто убрать с алтаря, так как они не особо нужны будут. Наверное, 1.5, 1.6 где-то до 1.7. Может, предыдущий результат, хотя сомневаюсь, что мы его побьем, но все равно. Все равно, как видите, надо, чтобы уже снимали, наверное, ограничения, потому что ну, вот эти лимиты, это уже неинтересно. Хочется что-то нового на архидемоне. Да, хуже результат будет. 22, 8 секунд разницы. 8 секунд разница, это считайте почти 3. То есть где-то 1.3 даже, наверное, будет. Ну, хуже результат однозначно. В общем, вот так вот, ребят, такое вот у нас инфа немножко усилили, получается. Раскол. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Не знаю, это существенно повлияет или нет на ограничения. Раскол используется в основном на архидемоне. Поэтому, может, кто-то с бездоната его и так использует. Однозначно будет лучше герой дамажить. Ну, а так, в принципе, ничего особенного пока нет. Ну, конечно, процентуалка 30%. Это уже посерьезнее будет. Все. Всем удачи. Всем пока.